Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И так как гости у нас все уже уехали, мне предстоит небольшой переход, порядка 70 миль, и я буду идти с Доминики на Мартиник в Ля-Моран. Но в этот раз мне ходить по внутренней стороне острова совершенно неинтересно, потому что был я здесь уже миллион раз, а вот это вот торчать по бухтам и, короче, не мое. Что я решил сделать? Я просто уйду на наветренную сторону и по наветренней стороне обойду Мартиник и зайду в Ля-Моран. Этот путь получается дольше, там на 10-12 миль, но зато с наветренной стороны обещают ветер и без вот этого дебильного течения, которое то ты идешь 6, то ты идешь 2. Короче, спереди, вернее как это, сзади лодки у нас Доминика, Розе. А спереди Мартиник еще не видно, но видно уже оконечную часть острова. Вот этот вот полуостров, на него есть проход. И прикол этого места еще в том, что там есть горячие источники. Не на самом, конечно, острове, но на материковой части, если можно это назвать, материковую часть этого острова. Прямо из песка на пляже течет горячая вулканическая вода. Ее местные ограничивают камнями, берут там по там, непонятно сколько ИСИ. И можно там полежать, покиснуть в такой вонючей сероводородной воде. Но зато она горячая. И она смешивается с соленой. Получается, в принципе, вполне прилично. А еще прикол. Сейчас все попросыпались. Вот увидите, какое количество лодок выходит из Розе. И все они идут на Мартиник. Но большинство людей ходят такие по внутренней стороне, а мы пойдем по наружной. Раздувать, но пока это еще катабатика с гор. Вы видите, какая у нас тут тучка висит говененькая. Фу, мерзость какая. Так, сейчас смотрите, как все будет происходить. Мы заходим за этот остров, а за этим островом уже идет Атлантический океан. То есть будет большая волна и будет начинать дуть. По прогнозу погоды мы будем идти до самой Мартиники, где-то, наверное, градусов 45-50, не больше, может даже острее. А где-то с середины Мартиники, может с третьей части, мы уже будем идти на где-то 110 градусов к ветру. Но пока вы видите ровную воду, красивую, а потом нас начнет немножечко мотылять, потому что океанический свел. Сейчас я вам покажу прогноз погоды. Так, вот, смотрим. Это у нас 7 утра, то есть должно дуть вот так, то есть достаточно сильно. Мы здесь проходим по небольшому акселерейшену, то есть будет такой чуть-чуть нас колбасить сильно, а потом переходим и идем уже там в пол ветра, может чуть острее, короче, пока не придем. Перспектива. Ну что, вот мы уже зашли за остров, волна немного поднялась, но не такая, как бы могла быть океаническая. Видимо, прогноз тут желтенький, который я вам показывал, он фактически не сбылся. Но давайте посмотрим на красоту Доминики с стороны, тем более мы выходим на наветренную сторону. То есть с этой стороны обычно Доминика в глаза не очень бросается. А вот то, собственно, как мы сейчас идем. Идем мы ровненько, скорость у нас 5,5 узлов, то есть ветра сейчас большого нету, но как бы и окей, будет, это же яхтинг, нужно привыкать к
тому, что здесь все быстро не происходит. Так, ну что, вот мы уже прошли половину дороги между Доминикой и Мартиник. Вот там вот в горах, в тучах, находится Доминика. А если мы идем вперед... Нет, не с этой стороны, извините, был напуган. 35 это нормальный повод парус подбить. Теперь у нас парус работает немножко лучше. У нас скорость 5 узлов. Это вот он показывает среднюю как раз. Ну, при таком углу в 35 AVA это совсем нормально. Нам осталось 22 мили, это до поворота вокруг Мартиники, и потом у нас из острого курса станет половинка. Но тут как бы никаких изменений больше у нас нету. Ну что, у нас немножко увеличивается угол, потому что мы уже подходим к Мартинике. Ну вот мне пришлось немножечко уходить в сторону, потому что ветер сползает к нам, вот вы видите, 36 градусов, то есть нам приходится идти немного в сторону. Но это не страшно, то есть мы здесь, если что, либо сменим галс, либо если ветер поменяется, а он планировал поменяться на чуть-чуть сверху, тогда мы сможем идти острее и выровнять наш курс. Но это тут уже как получится, мы пока... Почти 5. Ну, короче, ничего не меняется. Все, что нам остается ждать, это только изменение ветра. А пока время дневного чаепития. Что у меня тут? Тена Мазива на свахили. Либо же чай с молоком. Наверное, британское наследие. И очень, кстати, сладкий, как я люблю. Ладно, мы отвлеклись. У нас Мартиника прямо-прямо вот совсем скоро. Если мы возьмем по прямой, до самого острова 7 миль. Может даже немножечко ближе, 6, ну короче 7 миль. Но нам нужен не сам остров, а нам нужен уже вот этот мыс, который даже уже за Сан-Пьером. То есть еще туда далеко-далеко. Пойдем, я еще никогда не ходил по наветренной стороне. Интересно же, как оно тут. Вот сейчас будет интересный момент. Мы подходим ближе к острову. И вот там, где мы проходили, глубины были 2 километра. И сейчас мы приходим, спереди глубина будет 57. То есть получается, что этот остров идет прямо с глубины на самый верх. Так, вертикально-вертикально. Очень круто. И bottom surface – это то, какое дно на этом острове. Это rocks, то есть камни. А вот там вот на острове находится городишко, которое называется Труа-Ривьерс. Помните, я вам показывал ролик о Мартинике, там где лодка застряла в бухте. Там где намыло песок, и он не смог уже на протяжении многих лет выйти из бухты. Так вот, это находится именно там. Так, ну что, я думаю, что пора переголосоваться, потому что мы уже подходим прямо близко к берегу, а нам нужно вот сюда. То есть нам нужно будет сменить галс, идти сюда, а потом еще пойти сюда. То есть одним галсом мы это не пройдем. Поэтому готовимся к переголосовке. Запускаем автопилот. Вот у нас есть вот такая штука. И здесь направо, налево. То есть сейчас надо будет выбрать то, куда мы идем. Готовим шкоты.
Так, это готово. Этот шкот готовим к свободному сбросу. А теперь делаем следующее. Раз, два, поехали. Вот и все. А чем заниматься в длительных переходах? Вот мы идем. Мне осталось еще где-то, наверное, час до земли, до разворота. Чем себя занимать? Сериальчик. Я смотрю сериал Lost, я его никогда не видел. Прикольно, нравится. Единственное, сейчас немножко ярко, но как вот стемнеет, так вообще будет идеально. И у меня есть еще бутылочка вина. Да, гедонизм, а что плохого? Ну что, вот мы сделали уже последнюю переголосовку. Вот так это у нас сейчас все выглядит. Я надеюсь, мы здесь пройдем уже спокойно. Вот такую, смотрите, мы напилили пилу, потому что ветер дует, ну, прямо отсюда, и чтобы выйти вот за этот мыс, пришлось немножечко покрутиться. То есть я надеюсь, что это у нас последний галс был, то есть мы пройдем сюда и потом повернем где-то на 20 градусов правее, и это уже будет наш курс для обхода всего острова. 5 часов, то есть мы идем, ну, фактически очень медленно. Я надеялся часов до 11 быть, но я так понимаю, что это будет не раньше 2. Ну, что поделать. Ну что, проходим сейчас между островами. Вот это один маленький и вот второй. Если взять крупный план, вот мы идем в Мартиника, и вот мы обходим вот этот вот мыс. Так, вот оно. Маленький остров находится здесь. А основная Мартиника, материковый остров Мартиника, находится вот тут. Ну, естественно, у нас сейчас закат. Какие-то тучи над головой. Ну, это такое. Я вообще тучи не люблю. Я люблю солнышко, но выбирать здесь не приходится, поэтому... На ночь обычно затягивает, но это не говорит о том, что погода будет плохой. Скорее всего, вот такая погода, как сейчас, будет уже до самого прихода. Проходим вот этот мыс, который называется Treasure, то есть богатство. Вот он какой красивый, мы его уже почти пришли. А вот скала, и за ней большая бухта. Сейчас я покажу, как она выглядит на карте. Вот она. Здесь даже есть якоринг, но я сюда на якорь заходить сейчас не буду, потому что не имеет смысла. А то, что я сейчас сделаю, как вы видите, солнце у нас идет уже на закат, то есть вечер наступает, до заката у нас осталось, так, сейчас у нас 18:24, закат 18:11 сейчас, то есть через 10 минут. А это значит, что нужно пойти и включить ходовые огни. Делается очень просто. Вот у нас приборная панель. И включаем, у нас есть два положения. Первый это на мотор, и второй это на паруса. Ну, естественно, мы это делаем на паруса. Ну, еще я включу deck light, это подсветка дека, если будет ночь. Вот, если, короче, будет ночь, нужно будет подсветить паруса. Поэтому готовимся к ночному яхтингу уже постепенно. Ну что, друзья, заходим в ночь. Нам осталось 28 миль при нашей скорости 6 узлов, это порядка 5 часов. Сейчас у нас 7 вечера,
То есть есть шанс, что мы зайдем еще в этих сутках. Но если в этих сутках зайти не получится, тогда это будет начало следующего дня, что в принципе меня устраивает. Естественно, попробую вам показать то, как это все происходит ночью. И ночью мы будем бросать якорь. Я не знаю, как это получится сделать, но может быть с мощными фонарями чего-нибудь добьемся. Ну вот так выглядит вечерний яхтинг. Короче, рыбаки тут. Это просто гребаная катастрофа. Здесь стоит огромное количество буев рыболовецких. Некоторые, иногда ты их все-таки цепляешь, они по корпусу тарахтят. Будем надеяться, что я ничего себе не намотал никуда. И вроде я иду далеко, но все равно они выезжают хер знает куда. И ставят эти ловушки реально далеко, ну, до много миль. Надеюсь, что мы дойдем, но самое главное даже не дойти, мы-то дойдем и с этими с буями намотанными куда угодно, но нужно будет подойти на якорную стоянку и зашвырнуть нормально якорь, чтобы у нас мотор не заглох, то есть шансы там маневрировать, наверное, мы рисковать не будем, а просто зайдем на якоринг, там швырнем где-нибудь там хвостики. Утром я посмотрю с маской, ничего ли у нас там опасного нету. Ну что, друзья, вот мы уже и подошли к Сантане. Здесь уже Anchorage. И вот где вот эта вот вся каша из кораблей, мы сейчас туда идем. Так, глубина здесь около 7 метров. В ближайшее время будет момент истины. Мы посмотрим, не намотали ли мы что-либо себе на винты, запустим мотор, включим газ и посмотрим. Если он заглохнет, значит будем бросать якорь на парусах, а если будет работать, ну значит нам повезло. Ну что, готовим паруса убирать. Для этого расправляем все фалы, шкоты и прочие веревки, чтобы когда они у нас снимались, они не путались. Так, это готово. Все, что нужно сделать, открутить и скинуть вниз. Ну, а теперь немножко ждем. У нас же все-таки якорь надо бросить. Что, проверяем двигатель. Я думаю, время пришло. И вот он, момент истины. Ну, вроде работает. А пока у нас ветер 32. Отличная идея сбросить грот. И делается это очень просто. Смотрим, что там. Так, грот практически хлопает. Сейчас я поверну немножечко на ветер. Ну, а теперь убираем джип. Ну все, паруса у нас убраны.
Прямой ход на якоринг. Вот эти буи, я думаю, видно. Мы их только что объехали. Вот они. Так, все, якорь готов, просто ищем место и швыряем. Вот еще один проезжаем. Ну, наверное, на этом и остановимся. Сейчас ждем, пока у нас полностью упадет скорость. И вот прямо здесь якорь бросим. Свалим, наверное, метров 30. Вот свалили 3 глубины, а теперь поехали назад. Ну что, даже на 3 глубинах стали, но на 3 глубинах я не стою никогда. Я стою обычно минимум на 5. У нас сейчас глубина 7 метров, поэтому 5 у 7, 35. Ну и поехали назад опять. Как определить то, что мы стали? Даем обороты. Идет рывок. И никуда мы не едем. Друзья, если вы мне скажете, что ничего не видно, да, ничего не видно. И мне также ничего не видно. И вообще у нас все как компьютерная игрушка. Просто подошел, швырнул якорь. И стали. Ну, давайте подведем итоги. Вместо 70 запланированных миль мы прошли 95. Вышли мы в 6 утра, а вот сейчас 0 часов 52 минуты. Поэтому ехали мы сюда достаточно долго, напилили кучу пил против ветра. Ну, в общем, такой не долгий, но такой переход, который мучает. Привет, друзья! У нас уже настало утро, и наша задача переставить лодку из Сант-Анны, где мы сейчас находимся и ночью бросали якорь, вы видели, в Ля-Маран, поставить на буй, потому что я хочу подняться на мачту и посмотреть кое-что на вантах. Так, сейчас время утреннего кофе, и поехали! А вас я попрошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, потому что для нас это индикатор того, что мы делаем правильные вещи, и вы нас смотрите. Погнали в Ля-Маран. Ну что, утренний кофе? Ну что, приборы запущены. Радио запущено. Хэнди-радио. Снимаем, проверяем, запускаем, смотрим, что у нас с зарядом. О, полный. Отлично. Хэнди радио взяли, будет удобно разговаривать в марине. Далее обязательное на швартовках, яхтенная обувь и перчатки. А вот смотрите, ночью, когда мы становились, как мы далеко стали. Видите, мы стоим самые последние. Наверное, из-за того, что я боялся полезть туда в самую кучу среди ночи, но нет. Смотрим на приборы, сейчас объясняю почему. Заходишь на Сантан, вот эти рюмочки, это места, где я стою. Можно стоять ближе, но это не важно. Отсюда прямая дорога на буй для того, чтобы зайти в канал. А если заходить сюда, то нужно выходить и обходить этот буй. Так вот, оптимизация пути. Мы все равно стали, переночевали и пошли дальше. Зачем заходить в глубину, если можно сразу выйти туда, куда, собственно, и нужно. Пускаем движок. Проверка. Работает. Обратно. Работает. Вперед. Работает. Теперь включаем холостой.
видите эти говенные ручки ZF. Поменять эту электронную ручку стоит $5000. Они с ума посходили, блин, больные люди. За эти деньги можно машину бэушную купить. А это просто ручка, ну окей, электронная, но во всех автомобилях есть электронная педаль газа с тем же реостатом внутри. Непонятно, за что они такие деньги берут. Ну все, что с значком Marine, наверное, все какое-то безумие. Так, на радио выбираем 9 канал. На 9 канале работает Марина. Я снимаю всегда якорь с носа, хотя бросаю его всегда из кокпита, потому что и куда лодка идет, или застряла, или вообще, чтобы не вырывать ни бушприт, ничего. Поэтому крайне рекомендую вынимать якорь именно с носа. Так, вон он, якорь уже показался. Сейчас вылезет из воды. Трава с песком. Все, якорь подняли. А теперь полный вперед. На нейтраль, снимаем со стопора рули, газу, и идем мы вот прямиком вот сюда. Буй этот находится прямо по ходу, вы его не видите, а он есть. По старборду у нас находится красный буй, мы вокруг него поворачиваем направо, то есть обходим его старборд, и идем, там есть далее зеленый, мы его оставляем по портсайд. То есть по левому борту. И нам вот аж вон туда, там где лодки стоят вдалеке. Наверное, не очень хорошо видно, но нам туда, тем не менее. Вот проходим мимо матри латерального буя, старборд. И идем на порт, вон зеленого цвета, нам его нужно пройти левым портом. Тут на Мартинике вообще заход такой достаточно хорошо буями разграничен, но тем не менее из-за большого количества рифов не все очевидно, иногда много буев и сразу непонятно куда идти. Но если быть внимательными, то никаких проблем не будет. И здесь латеральная система Б, то есть у нас красный это правый. А мы пока займемся вывешиваниями фендеров. Я обычно вешаю 3 фендера. Больше мне не нужно. Так, вот он. Но показать, как вязать, уж простите, не могу, потому что для этого нужно как минимум 2 руки. Тут вы уже все знаете, я вам уже все рассказывал. Идем мы на заправочку. А как швартоваться, пускай это будет alongside, неважно, как швартоваться в одни руки. Есть 2 варианта. Первый, это когда вы много и быстро бегаете. Второй, когда бегу не обучены. Так вот, опыта у меня в беге совсем немного, поэтому показываю, как делать соло-швартовку. Берем швартовый. Кипара, спасибо за сплайсинг. Это поймут только те, кому я это рассказал. Но неважно. Вот у нас есть средняя утка. Мы на среднюю утку и одеваем петельку. Все. А далее вопрос уже непосредственно связан с выполнением. У британцев есть поговорка, что успех дела состоит из 50% правильной подготовки. Так вот, мы занимаемся тем, что сейчас все правильно готовим. Ну, надеюсь, все получится. Ну что ж, к швартовке готовы. Вот так понемножечку и подходим. А мы подойдем вот там, где будка, там есть как раз швартовые, чтобы мы своими не швырялись.
Good morning. Thank you very much. Ну вот все, зашвартованный, заливаем воду. Ну вот так вот мы и отходим. А вот если посмотреть, вы видите тузик такой с крышей. Его зовут Енис. Это человек из капитанарии, и он ждет нас на буе. Сейчас мы туда подъедем, и он заберет у нашего. The line is on the top because I'm alone. Okay. It is just take it from here. When you go, I take it. Okay, cool. Енис очень прикольный такой. Он недавно работает, где-то около года в Лемаране, но мне с ним приятнее всего находить общий язык, очень классный. Ну, вот, собственно, и все. I can put it here. Yeah, don't worry. You decide to make it? Yes. Okay. Just I think maybe better because I can go alone in case. Okay. Just to. Can you? Okay. Yeah, because you know sometimes it is quite difficult. Okay. And one more. One. Second one. Так, вот у нас такие коврики. Стоим, левая на левую, правая на правую. И только так правильно. А теперь глушим мотор. Развернули self-drive по направлению движения. Делаем стоп. Все, друзья. Друзья, спасибо за то, что смотрите наш канал. Не забывайте подписываться. И до встречи в следующих выпусках. Где-то Карибы мы еще вам все-таки покажем. И много, и разных, и классных. До встречи.